Акция по озеленению Темиртау в рамках недели «Жасыл Аймак» объединила более 100 молодых людей. Все они дружно участвовали в высадке саженцев в аллеях парка Старого города в минувшую субботу. Эта акция очень важна для нашего города, так как она направлена на улучшение экологической обстановки нашего города Темиртау. По ярким ветровкам среди активной молодежи можно было увидеть и волонтеров центра «Шанырак». Пропустить такое событие ребята не могли, ведь с начала теплых весенних дней они поставили перед собой цель сделать город чище и красивее. Сегодня в рамках республиканской акции «Таза Казахстан», в рамках недели «Жасыл Аймак» мы в парке Старого города высаживали сосны и карагач. Уже на протяжении месяца волонтеры каждый день устраивают субботники в нашем городе, и также уже второй раз мы высаживаем саженцы в парке Старого города. Темиртауские волонтеры продолжат принимать участие в мероприятиях акции «Таза Казахстан». Впереди еще 2 недели марафона чистоты. Кристина Кириченко, Игорь Евстигнеев. Новости Темиртау.